Добрый день. Как меня слышно, как видно? Сегодня прям такое солнце, аж в глаза слепит. Достала себе лампу дополнительную, но чувствую, и не надо будет. Все? Слышите? Поставьте плюсики, да, как если у всех все нормально, со звуком, с видео. Сейчас мы еще 2 минутки ждем, пока подтянутся наши коллеги, и будем начинать. Пока только один плюсик увидела. Все остальные как слышно? Вот, есть. Все. Слышно, видно хорошо. Это отлично. Угу. Так, ну пока у нас еще там подходит... Хотела представить, да, меня зовут Мария Шмелева, как мне еще включили свет, куда еще больше. Меня зовут Мария Шмелева, я являюсь менеджером по продукту. Сегодня буду вам целый час рассказывать про нашу великолепную компанию Коста. А перед началом хотела вас спросить, это уже не первый наш вебинар, и не только наш на этой платформе, да, про Косту достаточно много рассказывают, показывают. Скажите, что еще вам интересно, что бы вы хотели услышать, может быть, какая-то информация, что вам не хватает? Как здесь у нас вообще, сколько новичков присутствует? Есть новички, кто только-только начинает заниматься круизами? Есть, да? Ну вот скажите, что вам не хватает, какой информации, что бы хотели узнать? Может, про другие круизные компании, может быть, какая-то другая информация в рамках этой круизной компании, Косты. Да, о, у нас немало. Интересно все. Но все, что вот вы имеете в виду, все это про маршруты все-таки, или как сама система бронирования, тарифы. В чем ваше преимущество? Я надеюсь, я вам это расскажу. Вы поймете, в чем наше преимущество. Маршруты, система бронирования. Ага. Тарифы все-таки, да, есть какие-то непонимания с тарифами. Ну, немножко и путанные, согласна, сейчас поменяли. И надо немножко разобраться в них. Угу. Начинаю с поисковика. Ну, про поисковик... Так, заговариваться начала сразу. Про поисковик я вам расскажу в сегодняшнем нашем вебинаре. С этим делом все просто. На нашем сайте там даже мучиться не надо, разбираться. По маршруту проще, про визы. Угу. Отлично, ну я вас поняла. Ну, сегодня частично эти темы мы затронем, да, которые вас волнуют. Про тарифы я говорить сегодня не буду, но раз такое есть потребность, я думаю, сделаем еще вебинар дополнительный, расскажем про тарифы. Так, ну что, у нас, смотрю, количество прибавляется участников. 1 минута первого по Москве. Сегодня мне будет помогать моя коллега Ирина. Она вела предыдущий. Так, информация на сайте, искать по порту. Хорошо, мы расскажем, как подобрать нужный круиз. Итак, значит, еще раз, будет помогать мне сегодня моя коллега Ирина, она вела предыдущий вебинар, вы ее, наверное, запомнили с ее харизмой и смехом, вот, она, наверное, сейчас подойдет, покажется. Задавайте вопросы, она будет вам отвечать, я отвлекаться не буду, потому что читаешь, тогда сбиваешься с темы. И, соответственно, потом в конце мы еще раз просмотрим, проговорим, что не было отвечено. Вот, Ирина. Добрый день, друзья, рада вас всех видеть. Надеюсь, есть те, кто меня смотрел. Если нет, то есть запись вебинара на профи. Также мы отправим вам, сделаем рассылку. Если вы ее до сих пор не получаете, Маша в конце скажет, как это сделать, чтобы ее получать. Задавайте вопросы, будем разбираться вместе. Пока. Ну все, далеко немножко. Погнали. Далеко это. Так. Немножко поправить свет, чтобы глазам не светил. Итак, наша сегодняшняя тема, какая она, итальянская любовь от Косты. О, отлично, спасибо. Ее мы и разберем.
Так, кто подошел? Еще раз, меня зовут Мария, являюсь менеджером по продукту. Сегодня будем обсуждать следующие темы. Значит, обзор последних новостей, новые русские лайнеры. Расскажу вам про Costa Club. Смотрю, вот, анализировала предыдущие вебинары, никто не рассказывает. Решила поделиться этой информацией, считаю, что она важная. Топы маршрутов на 2019 год, как продается Новый год и о большом помощнике агента ГАПа. Итак, не будем терять ни минуты, начнем. О новинках. Что хочу вам рассказать. Costa не, как сказать, не устает нас удивлять своими новинками, своими обновлениями, и это немаловажно, да, для нас, для наших туристов, что есть что рассказать, есть что предложить. Начнем с обновления лайнера «Фортуна». С 10 декабря по 16 декабря этот лайнер уйдет в сухой док, и будет обновление общественных зон и лаунжей. То есть это не коснется обновлений кают, но общий вид корабля значительно преобразится. Здесь на фотографиях вы можете посмотреть, как это, ну, это пока графические фотографии, но я думаю, вживую будет еще лучше. Соответственно, что они поменяют? Будет обновлен атриум, будет обновлена пиццерия, будет обновлен вот это лаунж-бар Verde. Ну, вот видите, как в таких все уже в современных тонах. Не знаю, много ли из вас были на кораблях Costa? Кто-то был знакомый, в принципе, с интерьерами, с дизайном этих кораблей? Ну, ответьте позже, потом посмотрим, кто был. Как правило, такие достаточно яркие интерьеры, корабли уже кораблям в районе там, 10 лет, поэтому уже есть, уже хочется что обновить. И вот как раз пришло время, и будут новые красивые интерьеры. Гранд бар, пиано бар, зона с бассейном, да, пул бар будет обновлен. Ну, здесь больше фотографий я не вставляла, но еще дополнительно будет обновлен фотозона, магазины. То есть фактически все вот эти общественные зоны будут затронуты. Поэтому с декабря месяца, как раз наш сезон 2019 года, Фортуна прекрасные маршруты предлагает, мы про них потом позже поговорим. Предлагайте, такой корабль будет с новым лицом. Сейчас посмотрю, что я еще писала. Ну вот основной ресторан будет обновлен. Плюс компания планирует обновить меню на многих кораблях, не только «Фортуна», да, там еще попадает «Мэджика», «Пацифика», «Делизиоза», «Нео Ривьера», «Виктория», «Фашиноза» и «Фавалоза». Меню будет представлено от шеф-повара Бруно Барбьери. Я не знаю, еще не пробовала от него блюда, но говорят, что очень вкусно и будет очень интересное меню, нестандартное. Вот, поэтому на Новый год тоже на всех этих лайнерах готовятся специальные программы. Мы знаем, что европейцы, они так себе Новый год, да, у них больше там Рождество не заморачивается, но Новый год они уже там сидят с семьей, пьют, не знаю, вино и наслаждаются этим моментом. А здесь они вот как раз немножко перепланируют свою программу, и Новый год будет такой прям зажигательный, драйвовый. Помимо этого, еще на всех лайнерах в следующем году Costa планирует делать такие интересные развлечения в стиле тех стран, тех регионов, куда будут заходить лайнеры. То есть такие local entertainment, да, их называют. Это тоже будет на Magic, на Pacific, на Делизиозе, на Оривьере, Фавалозе. То есть, ну, большая часть флота. Там будут музыка такая местная, да, в зависимости от региона, танцы, какие-то программы, поэтому Costa старается что-то внести, какие-то новинки. Я думаю, что это будет интересно в следующем году. Итак, переходим к следующей новинке. Это Costa Smeralda. Но про это, я надеюсь, вы уже слышали. А кто не слышали, те слушайте. Это совершенно новый лайнер, который в конце 2019 года, в октябре, совершит свое первое плавание. Но уже просто он уже у всех на устах. Что это такое? Да? Это совершенно новое творение в итальянском стиле, как
Сама Коста говорит, да, Эсмеральда — это будет лучшее, что есть в Италии. То есть здесь продумано настолько все тщательно и до мелочей, что я думаю, что это будет нечто. В плане техническом, что интересно, это будет первое судно, которое будет работать на сжиженном газе, природном газе, да, то есть мы прям любим природу. Здесь, ну, такое большое уважение Косте за такие инновации. Вот, значит, как говорят, первый маршрут будет в октябре 2019 года, перегонный из Гамбурга в Саву. Ну, длинный маршрут, достаточно интересный. Вот, а потом уже начнутся инаугурационные маршруты с 3 и 4 ноября из Савоны. Про инаугурационные маршруты. Кстати, кто-нибудь был на инаугурационных маршрутах хоть раз? Кто-то пишет, нет. А кто-нибудь был? Тут видно. Про инаугурационную чуть позже, сейчас вернемся. Никто не был, но я вам расскажу, вы там обязательно должны побывать. Посмотрите, какие интерьеры. То есть это абсолютно новый стиль. Говорю, если кто-то был на Косте, можете сравнить, это совершенно другое. А кто не был, поверьте мне, я там была и очень хочу побывать на Смиральде, потому что все лаконично, все выдержано, никаких вот ярких каких-то цветов, каких-то вычурных деталей. Все супер продумано, все в итальянском. Каждая палуба в своем стиле сделана, да, то есть там отдельно там палуба Рим, другая палуба Неаполь, третья палуба Венеция и так далее. Каюты тоже будут такие с отличительными чертами. Поэтому все вот в таких, говорю, спокойных, приятных тонах. Все новенькое, все чистенькое, очень приятно побывать на новом лайнере. Интерьеры, то есть, как и да, все в итальянском стиле, все от итальянских дизайнеров, будет даже музей итальянской мебели, вот здесь можете видеть маленькая такая фотография, то есть купол такой, все как вот в Венеции, в Риме, в лучших городах Италии. Прочувствовать атмосферу, то есть вы попадаете на корабль, вы попадаете в такая Little Italy. Очень приятно, очень классно будет. Следующее, Эсмеральда, вот представлен маршрут, будет только классическое Средиземноморье с посадкой Савона, Марсель, Барселона. 7 ночей, 8 дней будет курсировать, ну, как начнет, да, с ноября 2019 года, и, в принципе, на год вперед расписание будет таковым. Цена сейчас 449 евро, на человека с готовыми сборами для нового лайнера, вообще вот просто класс. Поэтому посмотрите, 19-й год, конец, он тоже не за горами. Мы на самом деле уже живем 20-м годом, да, это такая специфика круизов, когда очень такая большая глубина продаж. Конец 19-го, 20-го года уже сейчас. Кто ценитель, так скажем, новых лайнеров, интересных маршрутов, они бронируют все это дело заранее. Итак, еще одна новинка – Венеция. Венеция нас порадует совсем чуть-чуть, но надо успеть. Как говорится, этот корабль не про нашу честь, его строят для китайского рынка, но чуть-чуть зацепить мы успеем. А что именно? Мы успеем попасть на первые круизы, которые будут в Европе. Это тоже аналогично, как Смиральда, да, супер инновационный лайнер, красивый, тоже весь итальянский, ну, уже по названию понятно, да, что здесь. Венеция, как вам, сейчас покажу несколько фотографий, светлые, очень много таких открытых пространств, то есть он отличный абсолютно от тех лайнеров, которые сейчас есть во флоте Коста. Атриумы, очень такие тоже светлые, красивые каюты, как дома, да, вот я смотрю на эти фотографии, я прям хочу там побывать, я надеюсь, что мне удастся это сделать. Вот, поэтому здесь про инаугурационный круиз, да, как вот я спросила, из присутствующих здесь, я так понимаю, никто не был. А мы успели. Ага, здорово. Ну, я тоже, говорю, планирую очень попасть. По поводу инаугурационного круиза, что это такое? Это на самом деле нереальное мероприятие. У нас, я не была, но очень хочу попасть вот на этот круиз. Но у нас в офисе практически все бывали хоть раз в своей жизни на инаугурационном круизе. И это какие-то нереальные ощущения. Да? Вы первый раз
вступаете на борт новенького лайнера. Еще все свежее, запах вот этого, да, еще новой мебели, новое белье, новые какие-то интерьеры, то, что вы еще ни разу, до вас никто это еще не видел. А когда, называется, туфли ступают, вот эти проваливаются просто в ковры, которые еще по ним никто не ходил. Ну, это потрясающе. И плюс к этому же различные мероприятия. Там и салюты, там и специальные какие-то программы иммиграционные. В общем, это настоящее мероприятие огромное, да, в этой сфере, да, в круизной. Поэтому я советую не пропустить. Два круиза. Здесь вот предложение на 4 марта, можете обратить внимание, да, из Бари, 6 ночей, 7 дней. Цена 469 евро на человека с портовыми сборами. Ну, для инаугурационного лайнера, для инаугурационного круиза и нового лайнера цена просто супер. Такой же круиз есть из Триеста с 3 марта. Поэтому можете посмотреть у нас на сайте. И там надо быть и вашим туристом, и вам. Поэтому очень сильно рекомендую и надеюсь, мы там встретимся. Потому что у нас уже полуписа точно едет. Но вот я очень тоже хочу присоединиться. Прекрасный маршрут. Надеюсь, что с погодой в марте нам тоже повезет. Но даже если не повезет, то с лайнера можно не сходить. Потому что там, я думаю, неделю мы будем его исследовать, смотреть, что там будет. Итак, переходим... Да, напитки дополнительно, напитки в цену не входят, но там есть другие тарифы, соответственно, как вы знаете, да, есть каюты Classic и Premium, где напитки входят, там чуть-чуть подороже, но они уже включены в стоимость, поэтому это не прямо, смотрите, вот Ирина вам скинула ссылочку, посмотрите, все, вся информация есть. Итак, новые русские лайнеры на 2019 год. Что такое русские лайнеры? Русские лайнеры – это... увеличенный, расширенный русский сервис на кораблях Коста. Это ввели только в 2018 году, это год был пробный по поводу золотых лайнеров. Они себя абсолютно оправдали, и теперь уже наши гости ждут это и в следующем году, поэтому Коста продолжает этот эксперимент, продолжает этот опыт, и в 2019 году... Золотой сервис будет также на 4 лайнерах, но уже это будут другие лайнеры. Сейчас мы с вами скажем, что же такое золотой сервис, Golden Ships. Это, так скажем, удвоенный русский сервис. На этих кораблях в обязательном порядке будет русскоговорящий хостес, будет увеличено количество русскоговорящего персонала, да, в других сферах. Ну, как правило, вот как в этом году было, то есть на ресепшене даже 2-3 человека, кто говорит на русском языке, это просто большая помощь для наших гостей. Плюс русскоговорящий аниматор в детском клубе, это обязательно. Программа дня и меню в ресторанах на русском языке. Телевизионный канал на русском языке. Плюс T-Station, да, это чай с медом на шведском столе в любое время. Там, правда, оговорочка, да, не всегда на шведском столе бывает, они делают это в барах, но получить эту услугу можно. Это только для наших российских граждан. И самая фишка, что есть в этом русском сервисе, это две гарантированные экскурсии на русском языке. Цена от 69 евро. 69 евро – это на Средиземноморье, 79 евро – это у нас Эмираты, и 119 евро в этой экскурсии – это Балтика из Петербурга, которые круизы. Здесь что надо знать? Эти экскурсии надо бронировать в момент, когда вы бронируете каюту. То есть надо с туристом обязательно обговаривать, нужны они или не нужны. То есть после того, как вы подтвердили каюту, если вы не сказали менеджеру про то, что вам нужны экскурсии, потом уже добавить бывает сложно. То есть мы не всегда можем. Иногда просто идет на уступки, они нам добавляют. Иногда, если тариф уже увеличился за стоимость каюты, то мы это сделать не можем и при всем нашем желании. Поэтому имейте в виду и предупреждайте своих гостей, клиентов заранее о том, что есть такая возможность. Она действительно выгодна. Если вы будете брать эти экскурсии на борту, то получается по сумме ну, практически в 2 раза цена выше. Вот это хорошие обзорные экскурсии.
Итак, на каких же кораблях будет золотой сервис? В 2019 году это Коста Диадема, Средиземноморье, да, весь год. Это Коста Медитеране, зима, с декабря месяца, Эмираты. Это Коста Фортуна, тоже практически весь год, только она меняется сейчас, она в Юго-Восточной Азии будет с зимы. И потом Средиземноморье уходит, лето, 2019 год. И Коста Мэджика, как бы вам в этом году, также остается. Круизы по Балтийскому морю из Санкт-Петербурга. Вот эти лайнеры прям себе зафиксируйте. Они у нас тоже помечены на сайте как золотой лайнер, поэтому тоже такая подсказочка есть, обращайте на это внимание и, как я уже сказала, предупреждайте на моменте бронирования своих клиентов, что есть возможность забронировать экскурсии. Как правило, все хотят и правильно делают. Что помимо этих лайнеров? Помимо наших золотых лайнеров остается русскоязычный сервис. Он охватывает еще 6 лайнеров. Это практически все то же самое, что и золотые лайнеры, за исключением как раз-таки экскурсий, за исключением аниматором, детского аниматора и что-то еще. И T-Station они будут, да. Все остальное, программа дня, меню, русскоговорящий представитель на борту, все это есть и на этих лайнерах. То есть это Диадема, Интеранья, Персидский залив, Виктория, Фортуна, Норивьера, Пацифика. Обратите внимание, что русский сервис теперь попадает вот здесь, Индийский океан, Мальдивы, Карибы. То есть Юго-Восточная Азия, этого раньше не было. В этих регионах практически русских групп ни на одной другой круизной компании вы не найдете. Поэтому это прям вообще большой такой жирный плюс компании Коста за это. Можно вообще не бояться теперь никуда ехать. Можно по любой регион выбирать, фактически везде. То есть осталось там несколько лайнеров, на которых не будет русского сервиса. Все остальные, они с русским сервисом. То есть либо это обычная программа, либо это расширенная, как Golden Ships. Поэтому презентация тоже будет потом в формате скачивания, где-то себе пометьте. Ну, у нас, говорю, на сайте тоже отмечено, обращайте просто внимание. Это является немаловажным фактором при выборе того или иного круиза. Так, а теперь мы переходим к Costa Club. Прошу прощения. Что это такое? Costa Club. Но я думаю, что кто знаком с другими круизными компаниями, в принципе, представляет себе. Это такая система накопления баллов. Да? Регистрируйтесь в Costa Club, и вы становитесь автоматически членом этого клуба. Что он дает? Он на самом деле дает немало привилегий, которых многие не знают, а надо бы знать. Да? Это интересные моменты. Так, сейчас, секундочку, если там записывала себе, чтобы понять, не объяснить. Значит, когда мы можем зарегистрироваться в Costa Club? В Costa Club мы можем зарегистрироваться как до круиза, после круиза, так и во время круиза. Вот это важное примечание, что можно даже на борту лайнера зарегистрироваться, и вам будет присвоен универсальный номер, и вы можете пользоваться теми фишками, которые предоставляет Costa Club. Вот. Что здесь есть? Здесь есть, значит, 6 градаций, начиная от амбры, заканчивая первого диаманта. Амбра – это начальный уровень, да, и первого диаманта – это уже максимальный, который он есть. Баллы у вас копятся буквально за все, да, начиная от того, что они даются за дни в круизе. Они даются за определенные категории кают, то есть чем выше у вас категория кают, тем больше баллов. И они даются за деньги, потраченные на борту. Я вам приведу пример. Смотрите, за внутреннюю каюту за один день вы получаете 100 баллов. То есть, если вы берете самую простую каюту внутреннюю, например, 7 ночей круиз, 100 на 7, это уже получается 700 баллов. Плюс, например, каждый евро, потраченный на борту, он равен 2 баллам. То есть вы потратили, например, 400 евро на борту, это все умножается на 2, и вы получаете еще 800 баллов. То есть суммарно вы за один круиз
уже 1500 баллов легко получили. Они вам начисляются на ваш, так скажем, счет. Плюс каюты премиум, они увеличивают эти баллы в два раза. То есть каюта, например, уже внутренняя премиум, она будет стоить 200 баллов за одни сутки. Сьюты получают аж 450 баллов за сутки. То есть накопить вот эти вот суммы, здесь видите, как градация. Клуб Амбра 0, уже Коралла, уровень от 2000 баллов до 5000 баллов. То есть это, в принципе, набрать, перейти, даже сходив в один круиз, перейти на следующий уровень очень легко. Вот. Вы копите эти баллы, они в системе копятся, могут держаться 3 года. То есть после 3 лет они обнуляются, и система пошла заново. Что вы можете себе позволить на эти баллы? Я вам здесь сделала такую табличку на русском языке. Возможно, она немножко мелкая, но попробуйте себе увеличить на экране, я думаю, будет видно. Что интересно получать? Во-первых, только-только став членом Costa Club, вы уже можете пользоваться следующими вещами. Да? Вас пригласят на специальную вечеринку. Это очень приятно. Это такой гала-вечер, когда шампанским приглашают в театр, встречи там с капитаном, со всем, так скажем, руководящим персоналом, который есть на борту. Это получать такие приглашения только член Costa Club. Плюс различные маленькие подарочки в каюту, такие, да, приветственные презенты, тоже всегда очень приятно, когда получаете. Что еще? Вы получаете, если у вас день рождения в круизе, вам подарят торт, подарят открытку. Торт, кстати, вот я здесь, когда у меня было день рождения, попала в круизе, я думала, там придет какой-то маленький кусочек торта. Нет, там принесли прям такой полноценный торт, мы его даже съесть вчетвером не смогли, пришлось оставить. Очень, очень красиво, очень вкусно было. Вот. Но это такие приятные мелочи, да, это то, что вы получаете фактически сразу, зарегистрировавшись. Все любят скидки. Скидки тоже, они в Costa Club предусмотрены. Как вы здесь, да, видите, Амбра, эксклюзивные скидки на следующий круиз от 5% и до 20% это первого диаманта. Скидки, они такие немножко здесь коварные, в том плане, что они даются не на все круизы, то есть это вот на, такие называются, privilege departures. Список всех этих привилегированных круизов, он опубликован на сайте Costa, costacruises.com. Это все в открытой информации, никто это не скрывает, вы можете это посмотреть, выбрать. То есть вот на эти круизы, так скажем, гарантированная скидка, но все остальные мы запрашиваем. Вот. Но в принципе тоже очень часто удается получить эту скидку и всегда радостно, приятно. Что еще? Здесь есть повышение категории. Если вы, например, в этом году сходили в один круиз, а в следующем круизе, в следующем году у вас количество круизов увеличится, то есть вы уже два забронировали круиза, но обязательно в один сходить, на второй у вас уже вы претендент на повышение категории. Здесь повышается на одну ступень, то есть бронируйте внутреннюю, можно запросить апгрейд до окна, с окна, соответственно, до балкона и так далее. У гостей, у кого уже баллов много, там вот первого диаманты, они, здесь повышение каюты получается до сьютов. То есть можно забронировать балкон, и будет вам апгрейд до сьюта гарантирован. Вот, но это, говорю, при условии, что... Круиз был 6 лет назад, не, 6 лет назад уже, к сожалению, нельзя воспользоваться. То есть предыдущий год и этот год, да, программа такая, что вы в следующем году путешествуете больше, чем в предыдущем. То есть, говорю, если там был один круиз, на следующем году два круиза должно быть. Если было два, то должно быть три круиза. На третий круиз у вас будет уже апгрейд. Вот. Ну и помимо этого куча всяких там мелочей, это приоритетная посадка, доставка багажа в каюту, услуги прачечной, какие-то VIP-лаунши, какие-то отдельные посещения мероприятий, фрукты в каюту и так далее. Это все это можно получить. Так, сейчас следующий слайд. Вот.
бесплатный торт, день рождения, фото, это я сказала, приветственные коктейли и так далее, и так далее. Вот, и подарки здесь по окончанию круиза. То есть, в принципе, немало того, что можно получить за эти баллы, да, это вам ничего не стоит, только надо зарегистрироваться. И плюс, я вот это даже сама не знала в прошлый раз, что на корабле очень много предложений именно для владельцев Costa Club. Начиная от сувенирной продукции, там очень хорошие скидки, заканчивая какими-то, например, коктейлями в ресторанах, в барах. То есть, смотрите, примечание, Costa Club, там прям скидка прописана. Плюс, например, у меня было открытие, вечером захотелось кушать, уже все было закрыто, уже прям совсем поздним вечером. Пошли покушать пиццы, и пицца большая, там в районе 8 евро, а Costa Club скидка 50% 4 евро. Ну, приятно, мелочь, но приятно. Вот, поэтому смотрите, везде есть такие, знаете, как квест по кораблю, где есть примечания. Плюс там, кстати, на спа-услуги тоже для Costa Club есть различные отдельные предложения и скидки. Вот, поэтому предлагать, вот бронируйте своим гостям хосту первый раз, они сразу зайдите в Costa Club, или наших менеджеров может попросить, тоже не откажут. Это все быстро, это регистрируйтесь и пользуйтесь. Итак, переходим дальше. Теперь топы маршрутов на 2019 год. Как сказали, постараюсь попросить, их на самом деле немало. Я понимаю, что потом такая получается каша в голове, но вы можете посмотреть в записи, презентацию скачать, для себя отметить, что было, что здесь самое интересное. Costa Club на всех кораблях действует. На всех абсолютно. Вот, значит, начнем с, так скажем, предмайских маршрутов. На 5 апреля Коста Пашиноза, хороший такой классический маршрут Барселона-Барселона, с заходом в Марсель, Неаполь, катание в Алетто, такая, ну, не совсем прям суперклассика, но классика, да, все равно, средиземноморская. Цена 479 евро, ну, все по 400, я потом, кстати, просматривала презентацию, все по 400, там 499, 459, то есть цены вообще. Раньше круиз это было что-то такое невероятное, просто только для богачей, и казалось, наверное, сейчас это супер доступно, это абсолютно тот же отдых, а то и круче. Вот, кстати, сейчас получаю очень много отзывов с наших сентябрьских круизов. Просто все, кто были в первый раз, отходили на Costa Pacific, Costa Magic, очень много людей пенсионного возраста в таком восторге приехали. Просто говорят, пишут, вы нам подарили лучшее наше путешествие в нашей жизни. Поэтому сейчас это абсолютно нормальные цены и абсолютно доступные даже для среднего, так скажем, статистического клиента. Итак, на Пашинозу обратите внимание, этот маршрут, он есть еще на другие даты, здесь просто очень хорошая цена, и апрель месяц, не знаю, оптимально, я сама очень люблю ходить в круизы именно вот апрель-май, не сильно жарко, при этом не так много народу, и уже все цветет, такая вот прям весна-весна. Так, что у нас дальше? Costa Fortuna. Costa Fortuna – это такой круиз, за который мы очень сильно боимся. Costa сделал маршрут, где сутки лайнер стоит на Ибице. Мы очень сильно боимся, что на Ибице может для кого-то он и закончится. Вот мы здесь даже с представителями Costa смеялись на вопрос, что надо сделать такие экскурсии door-to-door, да, чтобы людей отвели в эти клубы и потом из этих клубов вернули обязательно на лайнер. Поэтому такое супер предложение для молодежи вообще классно. Потусить целые сутки, как раз ночь, то, чего нельзя сделать в обычных круизах, здесь это можно. Поэтому обновленный лайнер, как я уже рассказала, да, это будет такой чистенький, новенький. Сутки на Ибице, золотой плюс это лайнер, да, он попадает в эту категорию расширенного русского сервиса. 24 мая. Уже тепло, даже можно будет на Ибице купаться спокойно, вот, не только в бассейнах. Цена 449, волшебная, поэтому предлагайте. То есть этот круиз тоже, он будет все лето, он такой закольцованный,
я думаю, будет пользоваться спросом. Так нельзя, согласна. Дальше у нас Costa Magica. Сейчас такой сегмент Лондон без визы. Лондон без визы – это такие наши популярные, да, спросовые круизы. Их уже раскусили многие клиенты, уже не первый раз едут и все равно хотят посмотреть еще раз Лондон, который так нам пока недоступен, да, визы нам не раздают, к сожалению, легко. А здесь можно побывать, можно посмотреть. Один день мало, но лучше, чем ничего, все равно охватываю, да, основную часть, вот эта вся обзорка, основные достопримечательности посмотреть можно. Итак, 5 мая, 18-е, из Гены в Стокгольм, перегонный круиз, русская группа обязательно, экскурсии на русском языке обязательно, 7 стран за раз, Лондон без визы, цена шикарная 689 евро. Хит продаж предлагайте, каждый год мы его повторяем, например, аналогичные маршруты. Очень нравится людям, такой прям говорю, оптимальный набор стран, есть что посмотреть, и 2 недели пролетают просто как один день. 31 августа обратный маршрут, да, из Стокгольма в Барселону, тоже русская группа, тоже экскурсии, 676 евро на человека со сборами. Прекрасная Мэджика, все ее любят. Хоть 4 звезды, но очень, очень приятный корабль. Ну и маршрут, конечно. Далее идем. Коста Медитеранья в этом году, что нам предлагает? Это тоже Лондон без визы из Амстердама. Немножко другой формат, короткий маршрут, да, несмотря на то, что 7 ночей, 8 дней. И Париж, и Лондон, все здесь есть. Длинные стоянки, да, по 11-12 ночей, как раз, как вы знаете, ну, кто не знает, тому расскажу, из Дувра примерно 2 часа до Лондона, поэтому у нас 4 часа съедает дорога туда-обратно, но вот остальное время 8 часов в вашем распоряжении на прогулке по Лондону. В Париже примерно аналогичная ситуация, из Гавра тоже часа полтора ехать. Вот. 15 сентября, прекрасная погода, прекрасный маршрут, возьмите себе на заметку. Далее, Фортуна. Фортуна в этом году, в 19-м, предлагает различные вариации из Сингапура. Да, это 7-14 ночей, туда с Таиландом, с Камбоджей, то есть такая прям экзотика-экзотика. Цена 449-400 прекрасные евро. Перелеты тоже доступны. Смотрели различные варианты. Говорю, так как она вот декабрь, с декабря по февраль 2019 года и потом с декабря 2019 по март 2020 года. Продажи на 2019-2020 год тоже открыты. Все маршруты на сайте есть. Смотрите, выбирайте. Очень классно. Кстати, на Новый год, сейчас я вам покажу следующее предложение, есть из Сингапура на Новый год, очень классно. Коста Диадема, ну я здесь маханула, честно говоря, добавила уже на 19-20 год, я понимаю, что большинство из вас боятся и даже не рассматриваете круизы, но Диадема в следующем году будет как раз в Эмиратах, 5-звездочный лайнер, в этом году у нас в Медитеране, в следующем году Диадема, естественно, лайнер повыше класса. Цена 489 евро, классические Эмираты, да, Дубай, Абу-Даби, Маскат. Все лучшее, что есть на сказочном Востоке. Теперь немножко про Новый год. Как продается Новый год? Новый год продается отлично, в самом разгаре. Еще есть варианты, вариантов немало, поэтому есть из чего выбрать. Начну с самого интересного. Коста Диадема, пакет уже весь собранный, ничего думать не надо. Кстати, хотела у вас спросить по поводу пакетов. Как вы считаете, как вам удобнее делать нам, например, больше предложений с уже готовыми пакетами? Или все-таки туристы у вас предпочитают, и вы сами предпочитаете собрать это все дело по отдельности, какую-то там докруизную, предкруизную программу? Как вы считаете, с пакетами удобнее? Да? Угу. То есть побольше надо, да, нам добавлять. У нас есть предложение, но не так много, конечно, побольше. Я вас
Услышала. Спасибо. Значит, 4 января, Коста Диадема.
синий поисковик продолговатый с множествами параметров. На самом деле, ну, это все вам в помощь, но можно обойтись и двумя параметрами. Вот здесь я вам выделила. Выбирайте дату заезда на календаре, какой у вас, да, диапазон. Выбирайте порт выхода, либо регион захода, там, Средиземноморье, Эмираты, там, Юго-Восточная Азия. В принципе, все, да, можно на этом ограничиться. Если вы знаете уже что-то конкретное, у вас там спросили, круизную компанию, корабль какой-то конкретный, да, это все можно добавить, но... Такой вот первоначальный поиск можно начать с двух параметров. Выбираете дату, выбираете регион и пошли дальше. Когда вам показываете, показать круизы, сверху есть еще один фильтр. Да, фильтр очень такой продуманный. Здесь можно по дате фильтровать, по минимальной цене, по максимальной выгоде, по максимальной скидке, по длительности, да, пользуйтесь этим, это очень сильно помогает и вам очень сильно упростит ваш выбор. Даже если там по минимальной цене отфильтровали, уже все, уже картина ясна, от чего можно плясать. Выбирайте здесь и переходите дальше. Вам, ну, смотря того, какой диапазон вы выбрали, там 10-20 круизов отфильтровали, нажимаете оранжевую кнопку «Купить», после этого выбираете размещение, сколько у вас человек в каюте, там два взрослых, три взрослых, дети и так далее, дети выставляете возраст, и нажимаете «Далее». После этого видите конкретную цену уже за каюту. Это финальная цена, без каких-то либо там доплат, здесь уже включены все портовые сборы, цена за каюту, да, того размещения, которое вы выбрали. Нажимаете галочку напротив цены, вам показаны палубы и каюты. Можете выбрать конкретную каюту, которая вам понравится, да, если есть возможность. Потому что категории, которые IV и VBV, это каюты Guarantee. Там каюты присваивает круизная компания. Все остальные каюты Classic Premium, они с выбором конкретной каюты. Поэтому можете посмотреть, открыть палубу, где-то находится, обсудить с клиентом. Правая сторона, левая сторона, нос, корма, середина, кому что нравится. И видите разбивку по каждому человеку. Сколько тариф, сколько портовые сборы, сколько финальная цена евро, сколько она на сегодняшний день в рублях. И нажимаете далее. После этого вы заполняете данные. Так, перешла. Заполняете данные на туристов и все. Да? Я считаю, что... Это супер просто, да, у нас тут буквально три шага, фильтровали маршруты, выбрали маршрут, прошли, выбрали каюту и ввели данные туристов. Еще раз хочу повториться, да, мы это многократно говорили, не надо бояться бронировать. Никто здесь не кусается, никаких денег мы с вас не берем за эти брони, да, пока вы только заводите каюты, все падают на опцию. Ответственность вы начинаете нести только после того, как вы нам перечислили деньги. И мы эту каюту вам подтвердили. Да, после этого уже можно, так скажем, немножко бояться. И то не стоит, да, компания Коста крайне лояльна к изменениям, там, если у вас какие-то... Ну, то всегда можно что-то поправить. Безвыходных ситуаций, как говорится, не бывает. Вот, а на момент бронирования на нашем сайте, да, все каюты падают на опции. Опции в зависимости от даты круиза от одного дня до там, недели, предположим. Есть время подумать, обсудить с клиентом. Вот, при этом вы ничем не рискуете, да, вы взяли опцию, пошли подбирать, если вы самостоятельно хотите уже там перелет смотреть, какую-то докруизную программу, послекруизную программу. Вот, решись. Оплатили, все, пошли дальше. Вот такая вот система. Но, как вы скажете, понятно, нет, или какие-то есть вопросы именно по нашему сайту? Я думаю, что, в принципе, здесь вопросов никаких возникать не должно, но если вдруг, звоните, всегда подскажем, всегда расскажем, вместе с вами пройдем по всем шагам. Здесь, я думаю, никаких сложностей возникать не должно. Следующее, что я вам хотела рассказать, это наше такое
гостеприимное предложение «Круглый стол». Кто-то уже, наверное, может быть, слышал. Мы устраиваем такие, скажем, круизные посиделки у нас в офисе. Мы приглашаем вас всех прийти к нам в гости на круглый стол. Это согласовывается, это проводит у нас ответственная Виктория Герасимова. Она встречает гостей. Что вы получаете? Вы приходите к нам в гости, вы погружаетесь в атмосферу круизов, вы смотрите, как работаем мы. Мы вам рассказываем, как начать работать вам, даем советы, даем рекомендации, рассказываем то, что вас интересует. Да? Это, так скажем, индивидуальные консультации. Можете прийти там один или одна, можете прийти всем офисом. Это, пожалуйста, как по вашему желанию. Да? Можете прийти на час, можете прийти на полдня. Абсолютно рады всем и готовы рассказать, поделиться информацией на любую тему, на любую круизную компанию. Расскажем, покажем, поэтому приходите. Да. Если, говорю, надумайте, пишите на agent@sobachkakruklab.ru. Вот. Также мы есть во всех соцсетях. Я думаю, что многие видели, знают, да, нас в Фейсбуке, ВКонтакте. На любой день договоримся, всегда будем рады вас видеть. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. Я думаю, что немногие, кто предлагает так вот с открытой душой бесплатные такие консультации, говорю, по любым абсолютно вопросам. Поэтому приходите, будем очень рады. И в завершении нашего вебинара расскажу информацию для тех, у кого есть сайты, либо кто планирует создать свой сайт. Мы вам готовы тоже такую безвозмездную оказать помощь и предоставить наш генератор агентских продаж. Что это такое? Это маркетинговый инструмент. Точнее, это целая, так сказать, совокупность каких-то маркетинговых мероприятий. На вашем сайте необходимо будет сделать вкладку для круизов. Я сразу оговорюсь, это не поисковик. Поисковик не работает в своем вот отдельном существовании, да, это все надо с чем-то комбинировать. Мы предлагаем вам подборку лучших круизов, то, что продается, то, что имеет высокий спрос, и это все будет транслироваться на ваш сайт без упоминания Круклаба. То есть это все внедряется в ваш сайт так, что это абсолютно ваш продукт. Значит, подборки, они различны, как мы предлагаем свои. Если хотите, можно создать ваши индивидуальные, то, что вы конкретно хотите, да, под какой-то праздник, под какие-то, не знаю, там, запросы ваших клиентов. И вот так это выглядит, да, на сайте, на такой пример. То есть фактически так же, как это выглядит на нашем сайте. Это маршруты, можно проваливаться, да, до конца до бронирования, выбирать круиз, выбирать каюту, и все брони, они падают к вам на почту. Мы это ничего не получаем, это получаете вы общаетесь со своим клиентом, и после уже вы бронируете. Хотите у нас, хотите не у нас, как бы ваша добрая воля. Вот. Соответственно, что мы еще делаем? Мы выбираем самые интересные предложения, и мы их оформляем в продающий текст. То есть помимо вот этой подборки, которая у вас будет транслироваться на сайте, она обновляется каждую неделю, вы еще получаете готовую рассылку. Рассылка выглядит вот в таком формате, она тоже где-то раз в неделю мы ее присылаем. Все ссылки, которые указаны в этом письме, они с переходом именно уже на ваш сайт, поэтому вы ее читаете, анализируете, можете ее корректировать или там что-то добавлять, убавлять, и отправляете своим клиентам. Да? То есть страница плюс рассылка, и это все вместе получается такая смесь, которая приносит хорошие результаты. То есть что требуется от вас? От вас требуется разместить, сделать вкладку на сайте, и от вас требуется распространять рассылку. Да? То есть каким путем вы можете это публиковать в соцсетях, можете письмами, можете по телефону, можете еще, это уже как бы на что вашей фантазии хватит, как это все реализовать.
Таким образом, вместе, да, мы вам помогаем, предоставляем информацию, вы эту информацию продвигаете в массу, в массы, и совместная работа приводит к продажам. Прошу прощения. Продажам. Это абсолютно бесплатно, за это мы не берем никаких денег. Мы вам хотим помочь, чтобы еще больше людей узнали о круизах, чтобы вы, так скажем, вошли в эту круизную зону и уже начали получать свою прибыль от круизов. Как я уже говорила, да, круизы становятся все популярнее и популярнее, они становятся доступней. Их надо донести до аудитории. Еще немногие об этом знают. Знают, но боятся, да, какие-то там еще есть предрассудки, боязни и так далее, что там и в плане цены, и в плане безопасности и так далее и тому подобное. Вот, поэтому мы от вас хотим помощи, мы вам даем с нашей стороны, и от вас ждем ответную реакцию о том, что такой продукт, его надо продвигать, его надо, о нем надо рассказывать, его надо показывать, и я думаю, что здесь только все в плюсе, и вы, и мы. И мы очень хотим, чтобы и вы стали получать большие вознаграждения за ваш труд. Вот, поэтому приходите учиться, будем рассказывать, устанавливайте себе ГАП, предлагайте своим клиентам обязательно круизы, даже если они пришли не за круизами. У нас столько ситуаций, столько историй, когда клиенты заходят и говорят, мы хотим полежать на пляжу, им предлагаешь круиз, они уезжают в круиз. Потому что этого они еще не знали, этого они еще не пробовали, а сейчас интерес ко всему новому, он актуален, и все выискивают, да, что-то такое интересненькое, там еще не были. Поэтому, Ирина, не знаю, сбрасывала или нет, не знаю, еще говорю, может быть, кто-то из вас не подписан на нашу рассылку, но кто хочет получать рассылку, мы присылаем, не спамим, да, вашу почту там сильно активно, присылаем только самое интересное с предложения по круизам, какие-то информации по мероприятиям, по шеф-визитам, по рекламным турам и так далее. Подписывайтесь на рассылку. Сейчас вам вот прислала Ирина. Проходите по ссылке, просто вбиваете свой e-mail, название агентства и будете получать. Будете самыми первыми. Чудовиками. Вот. Не пропускайте. И в спам нас тоже не надо, потому что иногда информация будет очень ценная. Потом тоже наши постоянные даже агенты говорят, ой, я не видела, ой, там пропустила такую классную вещь. Вот. Поэтому обращайте внимание. Все пожелания можете присылать на agent@krukwap.ru. Большое вам спасибо за сегодняшний вебинар. Была рада видеть. Спасибо за вашу обратную связь активную. Надеюсь, все понятно. Не утомила вас своими рассказами. Сейчас пройдемся по вопросам. Может быть, что-то еще осталось. Спасибо большое. Так, что вас тут интересовало? Так, про ваши запросы поняла. Я думаю, что сделаем еще презентацию какую-то по тарифам, чтобы вам было понятнее. Здесь я говорю, да, кто вот новички, надо немножко разобраться. Ничего сложного нет, но немножко надо вникнуть. Ага. Ну, по Смиральде написали цены. Говорю, все цены можете смотреть у нас на сайте. Все это, все элементарно легко. По поводу инаугурации. Та инаугурация, которая прям такая серьезная, там, где приглашают звезд и так далее, туда, конечно, не пустят. Вот, там по специальным приглашениям. Это очень такая, знаете, ограниченная, лимитированная публика. То есть там человек, может быть, максимум, не знаю, 150-200. Вот. Но на самом лайнере все равно вот это вот ощущение инаугурации, оно везде витает в воздухе, то есть там специальные какие-то шоу делают, весь персонал, ну, как вот попали вы на день рождения, да, так же и здесь.
Единственное, говорю, что вот он всегда попадает, это салют, который во время инаугурации, это можно застать. Да, красный. Да, согласна. 8 марта, кстати, как раз попадает этот инаугурационный, поэтому у нас вот уже все туда и собрались. Да, по поводу Costa Club спрашивают, там можно подтянуть и предыдущие круизы тоже, если вы, например, в этом году или в прошлом ходили, можно добавить, самостоятельно не получится, можете написать нам, мы отправим запрос в Costa, только надо вот знать, какой, и желательно, чтобы у вас был номер букинга предыдущего круиза, ну или хотя бы полностью информацию, да, какой круиз, какая дата и так далее. Да, здесь прямо пишут, очень хотят продавать, народ безнадежный. Вы знаете, народ разный, так сказать, что прям совсем безнадежно нет. Как подадите, под каким соусом? Мне кажется, можно уговорить абсолютно любого, особенно если, говорю, какие-то такие интересные предложения. Очень много сейчас Costa предлагает last minute. Мы это все тоже публикуем у нас в новостях, в рассылке. Всегда отправляем, поэтому, ну, такие цены, говорю, вы даже там, не знаю, ну, в Турцию, наверное, сейчас не уедете. Поэтому на корабле такой опыт побывать и такие классные вещи посмотреть, это стоит того. Да, и вот по поводу того, чтобы попробовать сами агенты, говорю, когда вы сами сходите в круиз, посмотрите хотя бы один раз, это тоже очень полезно. Зажигаетесь просто невероятно, говорю, вот у нас была Costa Академия, выводили новичков, просто это вот такие горящие глаза, это все я хочу, я могу, я буду, я продам, вот, это очень сильно действует. Поэтому если есть возможность самим и не были в круизе, обязательно сходите, это просто перевернет ваше представление и по-другому начнете предлагать и продавать круизы. Перелеты, да, перелеты, конечно, из регионов. Нет еще? Виктория подошла, который раз ведет круглый стол, кто еще не ушел. Здравствуйте! Приглашаю всех на круглый стол. Да, приходите. Вас ждем. Будет весело. Пока в Москве, да. Но планируем в регионы выбраться, поэтому подписывайтесь на рассылку, узнайте первыми, когда и где мы будем. Так, ну что, наше время подошло к концу. Я думаю, что Ирина, наверное, большинство вопросов ответила. Много вы тут задавали. О, много как. Да, группа есть у нас везде. Мы группа есть, поэтому везде присоединяйтесь. Везде будем самое интересное. Все, спасибо вам большое. До новых встреч. Сейчас еще мы отключимся, но если что, будем на вопросы какие-то еще здесь не ответили, то еще доотвечаем. Все, всем хорошего дня, хороших продаж, до встречи.